Сереге. Выезжаем на вечерние небольшие работы. Может, они придут ночные, а то там еще не знаю. Едем помогать асфальтщикам. Нам нужно будет после же наших работ корыто, которое мы засыпали щебенью, выкопать, вычистить и, наверное, куда-то сгрузить, не знаю что. Дождаться, пока асфальтчики положат асфальт. Потом мне дальше надо перегнать трактор на улицу экспорта. И завтра у нас такие аварийно-плановые работы. Суббота-воскресенье будет. Посмотрим. Сейчас на часах район 8 вечера. Мы двигаемся за Двиной. На Ранька Дамбис. Чуть-чуть перекроем движение на Валдерай. Не помню, сказал или нет. Сейчас по пути надо еще заправиться. Всем приятного просмотра. Подпишитесь. Поставьте пальчик вверх. Ребята, те, у которых есть возможность, подпишитесь, зайдите, пожалуйста, через VPN и подпишитесь. Потому что, скорее всего, энное количество подписчиков, кто из России, у меня попросту не высвечивается. И комментарии, которые вы пишете, густо и часто тоже пропадают. Давай я на наушники переключусь, я за рулем, мне пиздец тут неудобно. Просто повиси. Короче, прикол, но прикольный. А там работы, ё-моё. Приехал, а там, если взять длину и ширину ковша, даже столько нету, сколько надо выгребсти. Знаки раньше 9 не поставят. Короче, такой бред. В итоге еду заправляться, чтобы хоть как-то разрядить это время, которое придется просто в тупую стоять. Не, ну мне все равно за это заплатят. Ну, там тоже как бы такой маленький бредок. Благо, сейчас приятно. Во-первых, прохладно. И нету всего этого движа, который тут 5-6 часов просто в заднице стоишь до потери пульса. Еще, блин, эти сопли. Но холодно было, влажно, сопли таскал. Теперь, блядь, этот куб. Тополиный пух, жара, июль. Начинается. Уже есть не нужно.
трансляцию. Точнее, сделал трансляцию. И тут подъехали, и я выключился. Короче, вышел такой убыльку. Короче, еду на экспорт, вижу, что сейчас там происходит. Жесть, конечно. Ну, довольно-таки быстренько справились, я не ожидал. Думал, что сначала не понял, думал меньше, но не так, чтобы и до хрена, но было что-то. Сейчас увижу, что там ребята делают и что нам вообще предстоит. Короче, такие дела. Ой-ой-ой. Хотя, если вам будет видно, я даже вот так камеру как-то сделаю. Полюбоваться красотами вечерней Риги довольно-таки симпатично. Не знаю кому, но сейчас такая хорошая погода, прохладно, но не жарко. Еще закат солнца. Вы понимали, на данный момент, вот я сейчас еду на часах без 15:10. Что-то ударилось, я не знаю, или птичка. Без 15:10, а на улице часов 8. По ощущениям. Это еще белое значение. Когда белой ночи, вообще пиздец. По-другому не могу сказать, так как реально в 11 ночи. Вот как сейчас, даже намного светлее. Через месяцок они придут, начнется. Тупо ложишься спать, закрываешь полностью все в доме, чтобы все шторы, чтобы по-человечески уснуть. Не думать, что на улице утро. Увидеть их.
знали, что идти и какая собака зароется. Короче, надо будет песка, хреноска, чисто подтаскивать им. Благо, это геморройная работа, головная боль от меня отплывает. Ух ты! Мария, ты еще что-то там рассказываешь? Ёшкина вошь. Манда вошь. Так. Я бы, конечно, по рельсам бы хреномол. Но так как у меня времени много, мы поедем в объезд. А сейчас там окажется, что там нельзя ездить. Так. Так. Надо было по рельсам ехать. Тут какие-то члены. Члены. Что-то нехорошее. Дом какой-то. А я тут на своем дрозопеде. И что, это у нас? Антропологический институт, мать вашу! Охренеть! Ёбушки-воробушки! Понимаю, будет во всем. Дом подвези, все подвези. Или нет, или да. Это завтра, наверное, второй бригады, наверное, не будет экскаваторщика. Ну да, возможен такой исход событий. Ну да, ну да. Тогда еще все и интересней. Thank you.
знал. Да, это будет. Это будет что? Это канализационная труба. И будем полностью дорогу перекапывать. Ребята уже 2 дня роются. Оказывается. И они тут 2 дня просто откапывали все коммуникации. Электричество, вода, интернет. Короче, все по полной. Есть фотки. Выставлю. Покажу, как тут весело было. Далее.